Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах готов внедрять новые отечественные технологии при операциях на позвоночнике у детей. Об этом стало известно во время визита в Чувашию Сергея Виссарионова, директора Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Генриха Турнера. Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Турнера занимается разработкой новых хирургических технологий, направленных на лечение детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника. Опорным регионом для практической реализации этих разработок стала Чувашия. Это современные технологии. На самом деле в детской, во всяком случае, травматологии и ортопедии этого нет. Ряд спинальных систем, которые разработаны, аналогов их нету в мире даже. Сегодня состоялась первая операция с разработанными нами отечественными металлоконструкциями. Специалисты центра, федерального центра, который возглавляет Николай Станиславович, готовы к этим внедрениям. Специалисты обучались и у нас, и мы неоднократно приезжали, проводя здесь совместные операции. В республике и дальше будет проводиться работа по созданию комфортных условий для лечения и реабилитации юных пациентов.